Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате The Lost Crown, A Ghost Hunting Adventure. Запасайтесь булками, готовьте лимонад. Мы отправляемся дальше играть с нашими новыми игрушками, крутыми гаджетами, которые нам прислали. А куда мы пойдем? А пойдем мы, наверное, к пещеру к Хардекину. Как вызывали этого профессора? Хардекер, по-моему. В общем, что-то типа такого. Так, как туда попасть? А потом хотелось бы сходить еще в одну пещеру. А чтобы в нее попасть, наверное, сюда, влево нужно будет пойти. Нет, или... А, это я по кругу, получается, ходил по пляжу. Может, было сразу сюда. Значит, туда потом пройти. Да, не здесь ведь? Нет, не здесь, туда. Ладно, ну, вначале мы пойдем сюда. Теперь у нас есть камера ночного видения, поэтому мы спокойно можем пройти дальше и исследовать пещеру полностью, я надеюсь. А мы не можем применить на этот рисунок ничего, нет? Хотя, наверное, лучше даже профессору не показывать, какие у нас примочки есть. А то еще завидовать будет. Попросит попользоваться, а потом и не отдаст, или сломает. Так, вначале давайте все используем поочередно. А, нет, нельзя. Ну, я так и думал, что мы с помощью камеры сможем пройти. Так, а пещера довольно длинная. Так, два варианта, куда пойти. Давайте по левой стороне будем идти, наверное. Или это стоп, это мы просто поворачиваемся, да? Так, мы что, доску взяли? Да, любопытно. Так, ну получается, нет, идти все-таки можно только в одну сторону, да? А если мы так... Оттуда мы пришли, я правильно помню? Стоп, рисунок. Но на него мы применить ничего не сможем, я думаю. Да. Ну разве что сфотографировать. Нет, не получается. Так, тогда идем. Еще один рисунок. Наверное, тоже не... А, ну да, темно ведь. Мы-то через камеру смотрим. Так, а здесь мы можем куда-то отправиться? Так, а с той стороны проход есть? Да. Нужно запомнить. Давайте по левой стороне будем идти для удобства. Тоже ничего нельзя использовать? Нет. Так, здесь у нас прохода нет. А зато здесь имеется. Мы что, с кем-то можем поговорить? Есть здесь кто-нибудь, а? Is there anybody there? Is there anybody there? С таким интересным акцентом главный герой говорит эту его фразу. Я запомнил еще, наверное, с первого прохождения. Я здесь один? Am I alone in this place? Вот сейчас бы на диктофон записать, но пока мы не договорим, мы не можем этого сделать. Ты меня видишь? Can you see me? Ты меня слышишь? Can you hear me? Show me you are here. Are you trapped in this place? Can I help you in some way?
Так, быстренько фотографируем. Кто-то с игрушкой. Обязательно, когда будем дома, если не забудем, прослушаем. И последний прибор. Ну, вроде скачет так. Непрерывно туда-сюда вообще. Так, ну мы сейчас смотрим через камеру. Я думаю, можно отсюда уходить. Фразы для разговоров с призраками у нас одни и те же, набор фраз. Так, стоп. Еще один рисунок, и само собой мы не можем его сфотографировать, да? Окей. Хотя я бы сфоткал интересные рисунки. Так, это мы... Сейчас вот сюда должны идти, да? А теперь... В эту сторону. If you stare into the abyss stares back into you. Пропасть. А я понял, мы ведь доску... Стоп, а мы туда можем пойти? Туда, да? А если сюда пойдем вначале? Что у нас здесь? Рисунок короны! Может, подсказка, что мы на верном пути? Так, стоп. А что мы можем здесь посмотреть? Ничего не происходит. Я нажимаю, может быть... That's not right. Нет. That's not right. That's not right. Что мы можем здесь сделать? Возможно, в будущем мы что-то здесь сделаем. Корона ведь не зря здесь нарисована. А, пропасть. Стой, 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 только не шагай вперед, подожди. У нас есть доска. Хотя я бы перепрыгнул просто туда. Метра нет, наверное. Ну, метр где-то есть, наверное. Но перепрыгнуть, думаю, несложно. Так, что у нас здесь? That's not right. That's not right. That's not right. Понятно, нам бы рычаг какой-то, чтобы завал убрать. Ancient rock formations. Stalactites. Сталактиты и сталагмиты. Знаем, знаем. Так. Deep chasm divides this section. Нет, нет, нет. Получается нам куда? Я запутался. Еще одно существо. Sea monster. Так, а я ведь отсюда пришел? Или нет? Стоп, я... Блин, стой, я... стоп, я запутался. Так, давайте немного пройдем и осмотримся, потому что я запутался. Мы откуда вы пришли? Мы оттуда пришли, да? А туда мы не пройдем. Видимо, нет. Да. Звуки какие-то были довольно стрёмные. Так, стоп, вот сюда нам, да? Эй, не убирай ее, да не хотел я это сделать, я хотел...
А нет, стоп, может быть нам, подождите, ее убрать здесь? Так. Кажется, понял. Так, развернись сюда, а теперь... Как бы... Я хотел ее сюда попробовать положить. Мы не можем этого сделать. Видимо, нет. Тогда зачем мы ее забрали? Пусть бы там и лежала. Или стоп. Мы должны перейти, взять ее с той стороны и где-то дальше ее положить. Стоп, подождите, я, кажется, понял. Все. Я же еще думал, мне нужен какой-то рычаг, чтобы завал этот разобрать. Так вот он, рычаг, доску. Если мы можем взять, то как раз отлично. Вот доской сможем камни выдрать. По крайней мере, попробуем. Я думаю, это логично вполне. Осталось только узнать, согласен ли со мной Найджел. А, таким вот образом подойти, а теперь... Кажется, да, отлично. Эх, голова, два уха. Ого, а это плохо. А это плохо. Как же мы обратно выберемся? Интересное место. Здесь что, контрабанду хранили? Ancient rock formations. Да я не на сталактиты наводился, а на бутылку вот эту. The containers are depressingly empty. Пустые? Sea creatures? Да, в принципе, не зря проход был завален. Сюда что-то применить можно. Это не наш этот приборчик шумит. А ну-ка давайте попробуем. Strange. The EMF dial is providing a sequence. Последовательность? А вот, подождите, он крутит. Стоп, что было? 2, 5, 1, 3. Оф. А, видимо, заново. 2, 5, 1, 3. Выключился. 2, 5, 1, 3. Подождите секундочку, я запишу. 2, 5, 1, 3. А, есть. Так, ну заодно и все остальное проверим. Обязательно прослушаем и сфотографируем. Ух, люди, контрабандисты что ли? Так, это интересно, если камеру на него использовать. Увидим что-то? Мы видим, как огонь горит. Прикольно как. Ладно, давайте исследовать дальше. Any hidden treasures have long since gone. Any hidden treasures have long since gone. А что у нас там было? 2, 5, 1, 3. В принципе, логично, нам призрак подсказал. Выпивка.
ты что, дурак? Да забирай это самое ценное, что здесь можно найти. 4 бутылки с хорошей выдержкой. Эх. Корабельный журнал капитана Уолтера Спири. Успешное плавание. Весенние приливы открывают свои спрятанные чудеса. Сокровища, трофеи, артефакты, спрятанные на дне океана. Находки очень дорогие. Мечи, ножны, кинжалы. Все они загадочны и красивы. Но короны все еще нет. Возможно, она должна упасть на землю с этих древних склонов. Уверен, она там. Прячется. Ждет. Я найду ее. А вместе с ней и удачу. Мы должны оставаться в море еще одну неделю. Все должно быть считают, что сокровища к нам прибывают из Испании. И не понимают, что они у них прямо под носом. План Груэля сработал отлично. Нужно держаться к нему поближе. 19 сентября 1892 года. Я чуть не нарвался на эти чертовы скалы. Пусть Пинникл забирает это старое корыто, но только не тогда, когда я являюсь его капитаном. Я попрошу юнцов встать на скалах с высоко поднятыми фонарями. Никто в городе не увидит корабль, в противном случае они узнают, что мы не возвращаемся из Испании. 24 сентября 1892 года. Потомок Груэла? Посмотрим, попытаемся узнать. Пришло время возвращаться. Груэль, старый скряга, должен приготовиться поделиться своим золотом. У нас просто невероятный улов. Его старый магазин странностей, а также его клиенты из Лондона с радостью заплатят за все эти сокровища, не задавая лишних вопросов. А Груэль хитрый, ведь никто не знает, что все эти богатства из континента. Ха, они скорее мои, нежели испанские. Как хорошо, что сокровища не умеют разговаривать. Иначе я был бы закован еще до того, как успел пришвартовать корабль в доках. 25 сентября 1892 года. Кто-то нас предал. Бухта заполнена клиентами. Должно быть, они знают о нашем возвращении. Но кто? Кто это сделал? Неужели Груэль нас предал? Ну что ж, хорошо. Я знаю несколько укромных мест. Мы спрячем наши сокровища в утробе Гриделя, поскольку никто не сунется в эти темные пещеры. После этого корабль спокойно пойдет в Сакстон без груза и без капитана. После этого я лично найду Груэля. Все, да? Любопытная история. А вы слышали? Что-то упало. Деревянное. Ну да, по идее здесь ничего уже. Весло. Которое можно взять. Ну раз можно взять, оно пригодится. Отлично. На халяву и уксус сладкий, как говорится, и весло. Когда-нибудь да пригодится. Вдруг плыть будем куда-нибудь. Сейчас мне интересно, как мы отсюда выберемся. Я думал, будет сквозной проход куда-то, но нет, нам возвращаться обратно нужно. Вот только... Ну, по весту-то мы не перейдем, это точно. Так, нам... Вот нам туда. Вот нам... Ой, это что такое? That's not right. That's not right. На весле же есть как кольцо такое. Мы сейчас как заправский Индиана Джонс переберемся. А ну-ка. Оп! Ха! Вот так-то. Индиане Джонсу и не снилось. Итак, по-моему, если не ошибаюсь, мы исследовали все уже в пещере. Во все проходы прошли, да? Стоп, как нам теперь вернуться? Нам нужно... Стоп. Нет, как раз правильно, нам нужно сюда. Но теперь, подождите, теперь... Вот туда. Да, выбрались. Я волновался, что могу заблудиться здесь. Ха, профессор.
Я нашел уже намного больше, чем ты. Много интересного. И 4 бутылки чего-то с отличной выдержкой. День второй. Ниточка к легенде. В этом старинном городке не одна тайна и не две. Контрабандисты, мошенники, пираты и привидения. Хорошее сочетание. Расследование отберет немало сил. Пора копнуть поглубже. Кто эти призраки в пещере? Обычные контрабандисты? Есть ли еще призраки, прячущиеся в темноте? Кто такой Груэлл? Остались ли у него живые потомки? Что случилось с контрабандными сокровищами? Есть ли в Секстоне лавка древностей или антикварный магазин? Осмотреть окрестности. Что там вокруг Секстона? Насчет антикварного магазина мы знаем, что он есть, но пока что у нас не получилось туда зайти. А насчет Груэлла я не помню никого, чтобы мы встречались с такой фамилией. Но вначале, перед тем, как идти в город, я хотел бы, чисто ради любопытства, зайти во вторую пещеру. Где она? Туда нам нужно вроде как. Да, вот она. Тут не столько пещера, сколько проход сквозной, но там есть еще один проход, где была решетка. Во-первых, давайте попробуем сфотографировать этот знак. Понятно. Все эти знаки не нужно фотографировать. Так, ну давайте идем сюда. Стоп, а здесь была одна газета или две? Я не помню. Мы это читали, да. Стоп, кстати. Слышите, нам подсказку дают. Мы слышим призраков и слышим потрескивание нашего измерителя электромагнитного поля. Нет? Камера, что ли? Нет. Да чтоб тебя. А, нет. Я думал, туда на решетку. Может быть, теперь? Вы видели? Тень какая-то прошла. Я даже... Ух, тени ходят. Так, камера. Камера, да как тебя включить? Так, ну по-любому ж как-то... По-любому ж как-то нужно. Стоп. Где только что? Мне показалось ли где-то был ключ? Да быть такого не может. Ну мы же слышим прям. Стоп. Вот на это место, наверное, нужно применить, а не нажимать. Ну-ка попробуем. Да, все, отлично, работает. Три, два, четыре, один. Но Найджел ничего не говорит, поэтому, думаю, эта последовательность не важна. Да, нет последовательности, в принципе. Ладно, мы заметили, что магнитные волны здесь скачут как бешеные, окей. Давайте запишем еще одну кассету, чтобы было потом что послушать дома. Ну, само собой, призрак есть. Мы его видели даже и без фотоаппарата, и без видеокамеры. Вот-вот-вот, теперь видно отчетливо. Ходят люди. Это, видимо, те контрабандисты, да? Так, ну, в принципе, здесь больше делать, я думаю, нечего. Приборы мы все использовали, попасть мы дальше не можем.
возможно, в будущем сможем. Давайте, знаете что, давайте отправимся домой и прослушаем аудиозаписи. Вот что мне хотелось бы. У нас уже их 3 штуки. Так это ведь то же самое письмо, давайте проверим. Вдруг какое-то новое нам подложили. Да, то же самое. Почему его не убрать, чтобы вот не путаться таким образом? Home, sweet home. Home, sweet home. For the time being. Окей. Home, sweet home. Стоп, а здесь что было? There's a windmill carved into the wood. Не знаю, важно это или нет. There's a windmill carved into the wood. Раньше не замечал как-то. Ладно. Окей, так, ну фотографии мы все видели, давайте переслушаем аудиозаписи, тем более, что он этого хотел. Так, кресло в коттедже, пещера контрабандистов, пещера Сакстона. A strange recording from the Sexton Caverns. Джига заводная. Красивая музыка. Так, по второму кругу прошло. Палата приливов. Палата приливов, это, наверное, так называется часть какая-то у пещеры. Haunting recording in the Sexton Caverns tidal chamber. Куда заведешь? Заведу, говорит. Не заводи. Какой цветок принести? Это мне завести хочет. Кто-то обещал цветок. Так, третья аудиозапись. Вот у нас заблокированные ворота Fenland Eye. Это решетка как раз та. Понятно, перемотка. Кстати, я только заметил, ведь озвучка переведена, озвучка этих записей. Хм, как любопытно, почему же не перевели полностью игру, раз уж так. Хотя в игре очень хорошая озвучка, оригинальная, акцент главного героя вообще просто прекрасный. А давайте еще раз прослушаем запись у кресла, может что-нибудь поймем? EVP recorded by the chair, Harbor Cottage.
Ничего не понятно. Вот если бы ускорить запись, возможно, тогда бы получилось, но вроде как этого делать нельзя. Ладно, ребята, на этом на сегодня все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.